Ситуация, ну, последнее время сложная. До этого было поспокойней. Вот, заехал батальон «Айдар». Ну и сразу проводят разведку боем. Вот, провоцируют на конфликт. Именно как стреляют по местному населению, чтобы только мы себя обозначили. Вот. Ну и так, в общем, напряженно, держат нас напряжение. До этого было спокойней. Слышно передвижение легкой бронированной техники, гусеничной. Вот. И по определенным данным БТРы 80-е. Вот, несколько штук. Боекомплект постоянно им подвозят. В общем, они наращивают силы. Общежитие на Вологанке, выселяют с него одиноких жильцов и въезжают туда. Вот. Там было 2 этажа, а сейчас все 5, скажите, или сколько-то, 4. Там, ну, в общем, все этажи сейчас забирают и там селятся. А обстрелы как-то участились в последнее время? Ну, до этого было поспокойней, скажем так. До этого было поспокойней. Вот. А сейчас, если лупят, то лупят уже долго. Раньше так, 1-2 бросят и успокаиваются. А сейчас уже конкретно, целенаправленно, на уничтожение, хотя бы что-то, ну, сломать.